озвучу основные характеристики бюджета. На 2022 год общий объем доходов 3 миллиарда 870 миллионов 367 тысяч рублей. Общий объем расходов 3 миллиарда 992 миллиона 900 тысяч рублей. Дефицит бюджета 122 миллиона 533 тысячи рублей. Источник финансирования дефицита бюджета – кредиты кредитных организаций. Муниципальный долг на 1 января 2021 года составлял 194 миллиона 302 тысячи рублей. С учетом исполнения бюджета текущего года, на 1 января 2022 года прогнозируется муниципальный долг в объеме 182 миллионов рублей.